Cocoon de Berlin. Ah, t'es fou, je suis pas bien. У меня нет этих координат телефона, у меня теперь все люди. Район Ласка. Район Ласка. Там есть на берегу моря, в этом месте, много таких вариантов, можно подать. Протоватись скорее вошла запорожский Спартак и намного статей карты в море. Теперь ее сделать, дают, как типа, как приезжает, и покупают номер, и все, там на берегу стоит большой комплекс. Там подъезды, где подъезды на слева справа, плюс свой причал, бассейн отдельно сделали. А было так, что они начали это все соружать, отбегали кто ко мне, чтобы меньше семьи. Поднялся что-то, я все просто так. Короче, они были резаны, там не было. Да, да, так вот, нет, там арматура, все погнуло там, и такая машина. А опять они уже забетонировали, и еще там такая огородина. Так что, вот такое дело. Так, а кто там? Зоя, кто вы? Регенёв, да? Запорожье. Да, у него есть. И тут, там есть новый свет, там, там ну, тоже побережье, это рядом с этим самым чудаком. Есть начальные все переможены. Ну это опять начало сезона там не было, а потом попозже уже было. А новый свет, вообще в новой неделе, только вопрос воды и Так, правильно.